Сегодня, сейчас я вам прочитаю стихотворение, басню Ивана Андреевича Крылова «Слон и моська». По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Отколи не возьмись, навстречу моська им. Увидевши слона, ну на него метаться. И лаять, и визжать, и рваться. Но так и лезет в драку с ним. Соседка, перестань срамиться, ей шавка говорит. Тебе ль слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он идет себе вперед и лаю твоего совсем не примечает. Эх, эх, ей моська отвечает, вот то-то мне и духу придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Пускай же, говорят собаки, ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Мой канал называется «Жизнь Германии и юмор». Уже достаточно количество видео там про жизнь Германии, путешествия, юмор, стихотворения. Так что заходите, смотрите мои другие видео, ставьте лайки. Вот. И также я хочу в ближайшее время снять видео о том, как я худел. Когда-то я весил 120 килограмм. Сейчас мой вес 73 килограмма. И вот личный опыт я хочу рассказать. Кроме того, я хочу рассказать о том, как я излечился от гипертонии, от повышенного давления. И в большинстве случаев от гипертонии можно полностью излечиться. И даже если вы там совсем уже сильный гипертоник, если вы будете делать те советы, которые я вам скажу, ваше здоровье, ваше самочувствие гораздо лучше улучшится. Будете лучше себя чувствовать. А в большинстве случаев вообще излечимо. Ну и, конечно, как вот я понизил сахар в крови, тоже расскажу. Мой личный опыт я вам расскажу. Вот. Если вас интересуют эти темы, подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки, палец кверху. И пишите комментарии. Я могу вам ответить. С вами был Эмиль Карлсон. Чусь.